2 мая на базе Казанского энергетического университета прошла конференция «Медиапроф-2016». Именно на ней были раскрыты немалый опыт и заслуги пресс-службы КГУ. Гостями мероприятия стали представители Электропрофсоюза Татарстана и редакторы казанских газет и телепрограмм. От них юные журналисты «Энерго» узнали интересные особенности построения видеосъемки и монтажа. Для проведения конференции энергетический университет был выбран не случайно. По признанию председателей, работа пресс-службы данного вуза на сегодняшний день признана достаточно эффективной. Почему именно Казанский энергетический университет? Здесь, во-первых, созданы все условия для того, чтобы организовать такие семинары, потому что пресс-служба, являясь одной из лучших, очень много проводит работу по информированию не только в стенах этого университета, о проделанных работах в целом по энергетическому университету. Поэтому и тем более у нас путевку жизни в основном работники энергосистемы получают в энергетических предприятиях, получают именно в этом учебном заведении. Очень много выпускников трудится непосредственно в энергетических предприятиях республики.